В гонку мини-трансат мы можем взять с собой всего 140 литров воды максимум. В канистрах и в бутылках. То есть это абсолютный максимум. Не считая воды для выживания. Это еще 10 литров. Но в каждый из этапов количество воды будет ограничено. Все 140 можно будет взять только на второй этап, который через Атлантику, на 2700 миль. А первый этап ограничивает нас всего в 60 литрах, из которых 20 могут быть в, как это написано в правилах, в контейнерах и емкостях меньше 2 литров. Вот. Это значит, что 20 литров я возьму в бутылках, это будет, скорее всего, всякие разные лимонад, какой-нибудь холодный чай, йогурт, все, что жидкое, ну, вот такое вот со вкусом. Плюс, наверное, все-таки 10 литров воды именно в бутылках, потому что в бутылках удобнее пить. А дальше я должна буду переливать воду из канистр в эти же бутылки с помощью специальной помпы. И возьму 4 канистры с питьевой водой в первый этап. Все остальное, остальные 8, я должна буду опломбировать вместе с организаторами гонки, чтобы я не могла налить туда морскую воду и использовать в качестве водяного балласта для откренивания. И отдельная канистра, это вода для выживания, Сюрви, она будет тоже опломбирована. Если пломба будет нарушена, то я получу пенальти. Как правило, это пенальти в несколько часов добавленного времени. Вот контейнер для воды, для выживания, размечен светоотражающими полосками, имеет номер лодки. На нем написано, что это вода для выживания, линь 4 метра с карабином. Ну что, пошли пломбировать эту связку.